What's up, YouTube, с вами Мун, и да, что-то в последнее время я взял себе в привычку вот так вот внезапно начинать видеоролик прямо с катки, с подбора противников, но, в принципе, это не суть, я думаю, вы все уже поняли, какая у нас сегодня будет тема видеоролика. Блин, в названии все понятно. Сегодня мне нужно будет апнуть 14500 кубков. Я не помню, на самом деле, сколько именно кубков мне осталось, только помню, что примерно две катки, и все. Я уже не первый раз перезаписываю этот ролик, этот момент, потому что обычно мы побеждаем одну катку, и потом идем и сразу же сливаем вторую, потому что так получилось. До этого я играл с одним чуваком и с одним рандомным, то есть один из них будет кого, другой рандом. Сейчас мы позвали второго кристалла, тоже нашего знакомого, нашего кореша, в принципе, я надеюсь, с ними мы будем тащить. Но прикол в том, что у меня не было более-менее подходящих персов, и мне пришлось взять Биби, а за Биби вы можете сами посмотреть, как я сейчас играю. Безусловно, Биби очень крутой персонаж, она мне очень сильно нравится, но я просто не понимаю, как за нее играть по-нормальному. Я творю полную фигню, максимум, что я умею, это вот так вот бубликом этим, или жвачкой, я называю, кстати, бубликом, потому что мне так нравится. Короче, этим бубликом я максимум могу доставать до вражеского сейфа и все. А так я теряю эти тычки, которые отталкивают, я не попадаю их, я вообще не понимаю механику этого тупого, ладно, окей, не тупого, нормального, но неудобного, дико неудобного персонажа. Между тем, мы уже промонали первого бота, и это очень нехорошо, потому что у них такое довольно сильное комбо, это Спайк и Эль Прима. Они могут нам очень-очень сильно накидать, и также они будут очень хорошо дефаться. И смотрите, как быстро улетает наш сейф, и вы видели этот бублик? Вы его видели? Черт возьми, где мой топ-1 России? Почему я еще не на первом месте? Серьезно? Слушайте, ребят, я не знаю, просто я не могу собраться. Несмотря на то, что все-таки разработчики поменяли систему, я еще не привык к ней. И для меня апа 14500 все равно волнительно. Я понимаю, что многие мои знакомые, которые раньше были гораздо-гораздо ниже меня и играют гораздо хуже, они даже сейчас апнули уже по 16, по 17к, а я между тем апаю 14500 и волнуюсь. И да, это немножко странно, может в какой-то мере ненормально, но все мы люди, все мы волнуемся, и просто если вспомнить то, какими кубками 14500 были некоторое время назад, особенно 2 года назад, это же просто жесть. И между тем, смотрите, а, нет, я только хотел сказать, что у нас могут быть проблемы, но остается 1%, кристалл стоит дефаться, ищет Леона, и первую катку мы победили. Безусловно, это круто. Между прочим, Леон с Эльприма 700 кубков. Не хухры-мухры, так сказать. Но, опять же, из-за новой системы, кто, блин, сидит на этих 700 кубках? Да всякие бомжи, которые раньше сидели на 300-400, поэтому их разносить очень и очень просто. А если еще и собрать себе топовую команду, как у меня, то это просто мега-мега легко. Видео сегодня будет довольно короткое, ребят, я сразу же извиняюсь, потому что я очень-очень много времени потратил именно на сам пуш кубков. Да, то есть я в основном пушил, но у меня не было времени заснять для вас супер-супер крутой материал, потому что еще и телефон перегревался, и, короче, у меня в принципе игра лагала. А если бы вы видели, как она лагает еще и на записи, то это просто, ребята, ужасно. Я не хочу, чтобы вы такое видели. Поэтому давайте просто зайдем и затащим вторую каточку. У соперников не очень приятная для нас комбо, два танка, потому что у нас Барли, и Барли может быть довольно тяжело. Поэтому я просто буду прокидывать эти бублики, но смотрите, мы уже убили Дарио, уже убили Эль Прима, и осталась эта одна бедная Джесси, которая мечется, не знает, что ей делать, не может в меня попасть, бедная, ну и все, в принципе, ее нет, и не знаю, зачем я ультанул Дарио, но, наверное, так надо было, да, пацаны, наверное, мне лучше знать. Ай, черт, не могу никак собраться, творю полную херню. Смотрите, у меня есть эта первая тычка, сейчас мы оттолкнем. Я не понимаю, что происходит в этой игре, что происходит вообще со мной, но смотрите, мы остаемся у сейфа, наносим кучу дамага, и да, ребята, мы побеждаем, и это 14500. Я прошел всю эту долбанную трофейную лигу спустя 2 дурацких года игры в эту игру, извиняюсь, за тавтологию. Короче, пацаны, мы это сделали, 14506, вот она, вся трофейная дорожка пройдена, она вся красная. Спасибо, братан, что посмотрел этот видос, я апаюсь именно для тебя, не забывайте про мою банду. Встретимся в следующем видео, всем удачи, ребята, всем пока.